Все мы знаем, что Назарбаев диктатор. И происходящее беззаконие у нас в стране из-за преступного режима Назарбаева. Но многие боятся открыто выходить и требовать отставки власти. Большинство пока не сумели побороть страх. Но я верю, этот страх победить легко и просто. Для этого надо начинать с маленьких действий. Если вы пока боитесь открыто выходить и требовать отставки, есть другие варианты действовать. Вы все знаете, что в Казахстане есть лидеры, которые открыто, не боясь, выходят против режима Назарбаева. И они сейчас нуждаются в нашей финансовой поддержке. Сделай первый шаг. Пожертвуй 1000 тенге активистам. Это все ради своего же благополучного будущего. Сбор средств осуществляется на карту жены Кайрата Кылышева, Жанар Сарыгуловой. И мы обязательно вместе победим режим Назарбаева.